ребята, с вами Сэм, на канале Мисс Сани. Сегодня мы едем на конюшню. Привет, друзья, доброе утро. У нас утро, и мы уже в машине сидим. И мы, короче говоря, едем. Саня, я везу не на ее конюшне, не там, где у Сани всегда проходят тренировки, а у подружки. Там, где Саня когда-то занималась, да, конным спортом. Ну что, и мы теперь, сейчас я вам покажу, где мы с мисс Сани. Я за рулем, конечно, я немножко сейчас, наверное, если бы меня остановили, но не знаю, наверное, может и нет. Как ты думаешь? Мы едем с Саней. Только что проехали Санину школу, да, которая отдыхает от вас, бездельников. Ой, как некрасиво сказала мама. Да, у нас какая-то погода такая, уже к дождю, я так думаю, да? Но мы зато с хорошим настроением с самого утра мчимся. У нас сегодня ЧП утром случилось дома. Мы встали. Вода. А у нас, да-да-да-да-да, воды нету. Да. Никакой вообще. Это было мама что-то. Мама поехала в магазин, там купила. Пока накупила, да, я этой воды, а там, знаете, потом как все, ну, это какой-то ужас. Звонили там следующие там какие-то инстанции, нам сказали, что там прорвало где-то трубу. И, короче, ее сейчас чинят. Так вы знаете, эти товарищи там все, они пока ее починят, так это будет о-о-о. Ну что, пока я, наверное, тогда Сани выключаю, а включу, когда мы уже будем подъезжать к конюшням. Я уже давно там не снимала, там красиво, да? Хорошо. И потом тогда встретимся. Пока-пока. Вот. Ну и уже понемножку подъезжаем. Я включила уже камеру. Смотрите уже, как пейзаж весь поменялся, да? Такой, ну, потому что солнышка нету совсем, так немножко так хандрит по-осеннему, да, Саня, скажи? Да. Летом-то так красиво. Я соскучилась тоже немножко по твоему этому. Да, как-то тут. Бывшему. По твоим этим конюшням. Ипподрому. Потому что тут очень было как-то весело и классно, я бы сказала, да? Ага. Кто-то смотри, вот кто-то ходит, там выгуливает. Ходит кто-то. Вот первые наши. Смотрите уже, девчата. Они уже там, так может, сейчас. Хорошо тогда. Ну вот, я уже одна в конюшнях, и вот это моей подружке брат, и мы сейчас идем к моей подружке. Я иду со стеком вот таким вот синим. Пошлите. Да, ты в Ютубе. Тот там и сходит с ума. Пошли. Мы сейчас идем в такую комнатку, в которой мы чай завариваем. Алло. Вот мы чай завариваем. Алло, а где сахар? Сахар? Ой, да. А тут сахара нету? Нет. А ты что, не знала? Нет. Что будем делать? Ты мне заварила чай? Почему не заварила мне чай? Почему чай не заварила, говорю? Ну, он же сварится. Вода. Накажи ее стеком. Эй. Давай. Лыжи обратно этот хлыст. Вот. Это вот очень вкусно было. Очень ям. А нам это отстой. Да. Нет, мам, прекрасно. Что это? Тут ртёрка. А мне заваришь? Габриэля. Ну да. Вот заваривай. Вода и мне! У меня вот это! Я макнула! Хлыст! Кто-то тут... Это мой стаканчик! Бери! Мам, где чай? Я сейчас тебе дам! Бля, бочки! Пролилось! А вот я тут пока копалась, я нашла чай. Я нашла
хочу Липтон. Давай. Я... Мы уже твой заварили. Я Липтон. Мне через Липтон. Поделишься? Тут варится. Паудрю, поделишься? Да. Ты видишь себя в Ютубе. В канале Мисс Санни. Вот. Это он. Вот это вот Липтон. Запомните. Навсегда. И вот это. А вот сейчас это вот этот правда, вот мальчик должен... Это правда, что у тебя один подписчик? Нет, это неправда. У меня 51 лимон, хотела сказать. Тысяч. 51 тысяча. Когда мне исполнилось 7 миллионов лет, меня отправили в школу Такникака, взяли портфель, дали портфель с тетрадками и сказали: иди с моей улицы. Давай, Габриэля, сейчас ты задумаешь. Иди с моей улицы. Я забыла, что там надо говорить. Шокт? Прыгать? Что? Нет. А давай мне положи сахар. Тут сахара нету. А себе так наложила. Нет, там его не было. Я ах, вот так мне единственному наложила. Окей, Габриэля, задавай сейчас вопросики. Нет. Ты дерьмо? Нет. А ты кто смотрит этот канал, ты дерьмо? Ой, я говорю, мать. Ну так вот, сейчас ты задаваешь один вопрос. Ну что, тебе добавил, я себе... Это правда, что ты на канале своем наделала штаны? Drop my poop! Вот мы уже идем в такой ну... И мы пьем чай. Вот лошади. Сами, вот, забудьте про ее канал. Да, бежит там. Чипсы. Бежит там такая себе. Мы идем жрать чипсы и играть со слаймом. Идем сейчас. Опять назад бежит эта девочка. Я потерял чипсы. Не рви. Вот это вот Игорь. Вот это вот. Вот я слайм. Нет, не давай слайм. А давай сбежим с нее. Она смотрит. Она сбежала. Что-нибудь вам видно или нет? Ну, мы, короче, туда пойдем. Быстрей! Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Поймаешь? Да. Ловлю! Не долет. Не долетел. Давай, 5 минут. Полет нормальный. Давай, отпусти мне прямо в голову, я добью. Я так испугалась. Пошли. Вы идете или нет? Вы идете? Идете или нет? Я ничего не вижу. Эй, алло, иди сюда. Алло, пойдем к самому красивому. Нет, я пошла на улицу. Вот эту вот, папу. Давай ты будешь пугаться, а я буду снимать. И потом моя мама будет угорать во время просмотра. Если ты сейчас это смотрит. Если что. А если Рима посмотрит это видео? Я да не посмотрит. А если твоим подписчикам не понравится издевательство, надо... Мы не издеваемся, да? Издеваетесь. Ну нет. Ну, сам издеваешься. Нас тут все боятся уже. Ого. Вот эта лошадь очень красивая.
эти лошадки тут замерзли. Вот она. Это красивая, хорошая лошадка. Кобыла. Сожри камеру. Бей. Смотри, как он на тебя посмотрел. Ты посмотри на эту рожицу. А тигр, блин. Иди сюда. Ты посмотри на эту рожицу. Ты посмотри, как... Можешь подержать чай? Подержать чай. Можно, можно попробовать. Нет, тебе нельзя. Нет. Пожалуйста. На, бери. Ну, подержи. Бери чай. Смотрите на меня, ребят. Она дура. Смотри, тот побежал как. Бежит. Спокойно. Вот эти два жрут. Жрутка, не знаю, что эти чипсы. Это с кружкой жрёт. А ты жрала чипсы, я видел. И что? Иди. Ребёнок, а у дрова. Ой. Кобылка. Кобылька, кобылька, кобылька. Я пошла. Какая красивая. Жаль, что я стала... Простите за простоиронии звуки. На полном заряде. Да. Вы знали всю правду? Нет, 2% только остались. Кто? 2%. Вот. Гол в кубил. Идем в кубил. Давай. Гол. No, Дрю! Ты видео, ты понимаешь, что это увидишь на ютубе. Ну, я нечаянно, я просто... Откуда? Мы вот пришли в этот кубил, тут вот все заброшено, тут очень в... Вот здесь вот... Сигареты. Сигареты. Вот тут очень заброшено. Этот тут прыгает. Подержи тыкву.